Так, все, понеслась первая карта. Играют Кайзер Словения или Словакия, сейчас скажу. И Селот Румын. Я за Кайзера буду спекать. Единственная проблема в том, что эта карта для меня немного новенькая. Спасибо, ребят, да, что подсказали. Вот. Ну, буду смотреть, чуть изучать карты. Это полуфинал второй сетки. Первая сетка это Пури, Дамья, Блейз, Алекс. Ну вот сделали еще одну. Так, все здесь возле Меги, как я понял. Скины я опять выключил. Интересный выбор оружия. И еще как-то убивает. Рейл шотган. Ну вот пока я сам только вникаю в эту карту. Да, она действительно очень маленькая. На карте есть мега, мегу, да, мы видели. Три желтых. А, один маленький армор. Адреналин. А, вот, это серая броня, она называется. Ну, вернее, переводится как бы. Вольный перевод. Вся основная борьба здесь за мигу, я понял. Народ там что-то еще комментит, стрелки какие-то забивают. Так, что-то лагануло. То ли меня, то ли... Пока Кайзер ведет, пинги 30 на 15 в пользу соперника. Но я буду за Кайзера. Мне приятно то, что с ЕДЛ ребята ждали, пока ждали меня, писали. Хоть не так, как бы говорю, много людей. Но я зато запись выложу матча. Тоже интересно. Единственное, жалко, вот на этой карте мне сказать даже пока нечего. То, что они. Кроме того, что они в основном. На рейлах, чейнах, но как бы без рокета при этом. Но вот эти вот узкие проходики, они в принципе действительно сильно обламывают стрельбу из рокета. Потому как... Ай-яй-яй-яй-яй. Чейн, конечно. Такой он зверюга, когда вот научился из него стрелять. Ну, сейчас немножко он кривовато, но все равно 7-2 уже повел. В общем, выбран правильный парень для спектаторства. Ну, а я хотя бы карту поизучаю. Карта называется Cold
Дуэль 1 через кей. Ну, ребята подсказывают в чате. Спасибо большое, потому что... Ну, я не смогу выйти, посмотреть. Вот это да, демон с бластером. Но, правда, сейчас уже отъел аптечки кайзер. Уже можно, так сказать. Давай, давай. Ну, на этой карте, в общем-то, как-то оно это самое. В салат как-то. И вот смотришь, мне кажется, я вот этого салата тоже сейчас смогу. И вот я сажусь и играю, как не знаю кто. Ну, на самом деле, я реально, блин, переиграл. Чатик на экран с игрой. Да, на самом деле, надо включить, я это самое. Ну, после этой карты-то врублю, потому как, ну... Не тот матч по накалу, который испортит. Чат выведенный. Очень... Конечно, тяжеленькая карта, на самом деле. Именно в том плане, что... Одна большая комната с каким-то десятком вот этих перегородок... В общем, враг может быть где угодно. То есть, ну, наверное, по предмету, по звукам определять легко. Но вот пока... Ты вроде там пуляешь контрольки, а реально... Вот, а реально враг за стенкой. И вот они так же быстро... По игре, кстати, ну вот кайзер попадает... Во-первых, не просто так его позвали в 4 на 4 играть. Все-таки там были и другие игроки. Тем не менее, его позвали. Соответственно, нычка с мигой напомнила нычку с красным на ZTN 3 Торный... Ой, Хуб 3 Торный 1. Да, очень хорошо играет кайзер. Очень хорошо. 15-2, ну чё. Как бы в салат. Чуть-чуть подлагивает иногда то ли меня, то ли кайзера. Да, для такой игры тайм-лимит 15 многовато. Блин, вот этот Трейси, сколько я уже говорил себе, блин, когда он начинает так играть на плюс-бэке, надо просто это... перерыв делать, ну потому что, блин, по 5 минут за ним гоняешься. Ой, не могу остановиться. Да и пофиг, на самом деле. Ну, зато разрядился, тоже хорошо. Текстуры еще у карты такие однотипные. То есть, все-таки там... В целом, карты более, мне кажется, разнообразны в Q2. То есть там есть, не знаю, всякие лавы, вода, еще что-то. А здесь трубы. А за счет этого тоже тяжело ее воспринимать.
именно понять понимание игры. По ощущениям, просто они бегают, встретились, пострелялись. Встретились, пострелялись. Ну да, 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 в Q2. Ну вот, вспомните Rage, например, по текстурам. Там и синие вот красивые цвета, и красные, и желтые. То есть там каждый комната, каждый коридор, он с какой-то заморочкой отрисован. А здесь все-таки все уходит в желтый, там, ну и красный цвет, и его оттенки. То есть чуть светлее, чуть темнее. Там 18.2 у нас. Сейчас. Да, они будут играть для 3 побед. То есть еще полчаса минимум. Не, ну если такие игры будут, то конечно not good. Хочется подинамичнее. Карты, кстати, они писали в... То есть... В консоли я посмотрю. Не знаю, мне вот Q2 просто офигенно по кайфу смотреть. Даже не важно какой матч, но вот сам факт, что в игру продолжают до сих пор там лигу. Это, конечно... Не знаю. То есть люди из разных, там, один из Румынии, другой из... Я уже забыл, Словения или Словакия, Сербия. Серб, по-моему. То есть они же как-то сидят, ну, то есть в своих странах, натренировались, выбрали Q2. И достаточно широкая география EDL. Широченная, я бы сказал. Так что... Дай бог, как говорится, будет следующий сезон. Но в какой-нибудь второй дивизион можно и зарегиться. Понятное дело, что даже с этим же кайзером мне, наверное, будет тяжеловато играть. Просто потому, что, ну, совсем ручонки иногда подводят. Холоднокровия вообще не хватает. Но какой-нибудь дивизион, там, Б или как у них там. Где ребята играть умеют, но не настолько, как бы, да, зверски. Пошпилить, так сказать, для общего развития. Да, с большим удовольствием. А откуда ты, Сергей? Из Эстонии? Я просто немного знаю еще кудвайкеров. Я помню, что наши с эстонцами постоянно рубились. Так, что, 25-6? Ну, как бы вопрос. Естественно, нет больше. Сейчас чат врубим. Смоленск. Натягивали с другом сборную России. Я подумал, что ты не из России, поэтому... Сборная Смоленска против сборной России, что ли? Да, здесь все лет как 10 как не играют. 2 года это... Продержался. Долго ты. Ну давай, Фастер, поиграем. Ты видишь, я это, Каби меня пугали, там, что все, сейчас порвут меня. Я даже выиграл.
Хотя, конечно, это просто клоунада. С моей стороны. Бесит, конечно, играть, когда вот башкой все прям на шаг могу читать. Блин, ну... Выполняется просто выполняется все очень плохо. По УТ-99, к сожалению, не проводятся турниры, все, матч начался. Я попробовал сейчас в УТ-99 поиграть, там жуть в плане настроек, тоже там как-то его надо, видимо, донастраивать. Ну, понеслась, все к Миге. Ружа нету. А чё это он не догнал его? Сейчас вот ему уже будет не очень, так сказать, приятно-то бегать против рейлера. Белорусы, кстати, вот сколько я помню, ну как бы и кипер очень круто напрягал, прям очень круто. Сколько я с ним играл, как бы, ну не знаю, настолько опасный игрок был. Ну а Сайфер, я никогда с ним не играл, но вот то, что я видел, конечно, реальный бог квейка. Все-таки там, не знаю, Эвил ни одного квейка он не выиграл. Кулер ни одного. Сайфер 4. Ну блин, это... Это как бы... Нагло, конечно, он играет, но... Рокета у него нет, в принципе. Понятно, что только с рейлом пытаться. Ну и, наверное, он посильнее будет все-таки. Поэтому он и ломится с рельсой. А Сайфер вообще, как у него успехи именно в Overwatch? Ну, понятное дело, что там ладдер топ 500. Я как бы не знаю, что это прям так значит, но... Насколько это круто. Топ 500, тем более, все-таки не топ 10, да? Хотя игроков, конечно, миллионы. Но вот я к тому, что про кулера хоть что-то, да, там успели услышать. Он реально успел там выиграть DreamHack этот. Не знаю уж, как они умудрились, но как бы супер респект. А про Сайфера только вот слышно, как он там перешел из одной команды в другую. Что-то они там потренили, не потренили. И вот он... Но он под боком, он там ВКонтакте что-то там постит. У мысли философов. Но что у него с геймингом, непонятно. Ай-яй-яй-яй. В Q3 бы, наверное, догнала Барельса. Ну да, да-да-да. Сайфер это... Я говорю, вот... Все забрил, наконец-то. Сколько они вымучивали? 4 минуты. 1-0. Фокус смокус. Теперь будешь наслаждаться нормальной картинкой. 60 FPS. Потому что 30 все-таки маловато. Но не знаю, вряд ли я все равно с Good Game буду уходить. Мне он приятнее, мне патриотичнее там находиться. Хоть все там жужжат, да-да-да, твич, не знаю. Не знаю, может быть, твич еще тоже добавить в рестрим. Но именно отказываться от чего-то, ну, не хочется. Тем более, если уже есть люди, которые там... подписались, хоть, ну, естественно, это не цифры там для популярных, которые игр
Но все равно важно. Хорошо подрейлил сейчас. Реально у него контрольные рейлганы. Просто контрольные рейлганы. Просто стиль игры, не знаю. Вот как Трэшиду надо играть. Взял рейл и в бой. Хоть и контрольные. Хоть и не прям на пролом, но... Чуть-чуть. Один ноль, в принципе. Тот паренек тоже, как бы, да, но шкерится где-то все эти 5 минут уже. Треть матча, ну, пытается. Хотя карту выбирал Кайзер. Так, мига через 20 секунд. Обалдеть, попал. Ну вот ему не хватает именно... Хотя не знаю, может быть так и надо с этой пушкой на этой карте играть. Вот чего ему не хватает. Вот сейчас надо было брать рейлган. Мегу, походу, отдал. Вот, а до этого надо было чейнить там, ну, лезть с чейном. Спасибо, Фастер, но сейчас должен почувствовать разницу. 60 FPS, как бы, ну, для шутера очень сильно рулят. Жаль, что для этого надо подписываться. И об этом я узнал, когда уже начал развивать Good Game канал, но я не хочу от него уже открещиваться. Все остальное мне нравится. Пусть аудитория в основном шутеры. Ой, фу. Ну вы поняли меня. Стратегия. Обалдеть. Просто. Должен был просто умирать без шансов. И так вошло. Сейчас уже 100 на 50. Сейчас, может быть, еще и мегу утащит. Блин. Ай-яй-яй, давай, ну поднимись ты. Но он хочет его сбить. Он хочет его сбить рельсой. Но вот сбил. И сейчас дочейнить, но уже не пошел. Ну, слишком много этих контрольных рельс все-таки. Ну. Повезло с 2-0, могло бы быть легко 2-1. То есть там на чудесах он набрал этот второй фраг. Недостатков нет на Good Game, но разница, когда включишь 60 FPS, то есть прем аккаунт, ты реально увидишь эту разницу. Это как бы нормально, да, когда все устраивает, но вот попробуешь не оторвать потом. Что-то Кайзер дохленький, как-то он это... На одном-то хилсе. Ну вот опять. И вот будь у того... Давай. Отлично, 4-0. Но это к тому, что спать все-таки мы пойдем сегодня. И 100 на 100. И подрейлил. И сейчас зачейнит. Жаль, только рокет словил. Тогда бы вообще мог уйти. Ну все. Это уже понеслась по кочкам. Не буду говорить, кто. 6-0. По ходу дела, Селот хочет идти спать тоже.
На ГГ 20 зрителей. На Ютубе, как только я стартанул стрим, там получили оповещение те, кто, ну, те, кто подписан в целом на YouTube канал, а на Гудгейме никто ничего не получал, то есть я продолжать не планировал, поэтому кто остался с предыдущего стрима, те застали. Ну чё, 5 минут, если сейчас легкий фраг будет, а он был, может быть, и какие-то напряги сейчас будут. Ну, 6-2, 4 фрага. Для этой карты, как я понимаю, 4 фрага это ничто. Тем более, сел, что-то там я вижу, прям распрыгался там. Ну да. Ну вот это он, наверное, зря сделал. Да. На канале в Мирке, на ЕДЛовском, написано, ну, написал Вест, швед, Реф Playing Overwatch. Реф — это соперник Пури сегодняшний. Короче, он решил поиграть в Overwatch вместо, так сказать, своей игры в ЕДЛ. Я зато вот эту карту уже, так сказать, почти выучил. Благодаря таким вот играм. Ну что, камбэк года нас ждет? Не ждет. Реально, ну, сколько там, раза 4 уже проперло вот на такие моменты Кайзеру Слауту, ну, кто футбол знает, поймет, о чем я. Но в итоге счет такой, что как будто конкуренции не было вообще, на самом деле-то она была. Ну, с тобой в Q3 сейчас. Мне не жалко, но... Но я реально замучен. Устал, это мягко было бы сказано. Именно замучен. Когда я замучен, я начинаю не попадать, психовать. И потом дисконнектись. Орать, ругаться. Зачем это надо? Лучше досмотреть этот матч спокойно. Мне нравится, как Кайзер играет. Серп. Фактически как Новак Джокович. Один, так сказать, в поле. Воин. Ну ладненько, все понятно. Еще унижает. Кайзер, кстати, не косо стреляет, чейн-то у него вбривается очень хорошо. Он очень много рельсой на контрольку, ну, контрольные стреляет. За счет этого, ну, много как бы не попаданий.
Ну, соперник явно, конечно, послабее. Ну, прям явно. Естественно. Так вот, про УТ-99 я не договорил. Ну, тут с корешем попытались запустить. Но как-то там совсем... То есть ее как-то, видимо, надо жестко настраивать. Вот именно дефолтную, как там Q2 запустил, все более-менее. Ну, по крайней мере, Q3. Вот это такого, к сожалению, нет. То есть там прям невозможно просто играть. Вообще невозможно.